Сегодня в столице назвали родственников президента, которые не смогут занимать высокопоставленные политические должности. Новые поправки в Конституцию прокомментировал министр юстиции. Это тот случай, когда близкое родство с главой государства будет мешать карьере не только на госслужбе, но и в квазигоссекторе. К близким родственникам отнесены родители, дети, усыновители, усыновленные, полнородные, неполнородные братья и сестры, дедушки, бабушки, внуки. Устанавливаются ограничения для близких родственников супругов президента. После принятия запретов на законодательном уровне, к примеру, брат, сестра, дети президента не смогут занять руководящую должность в таких нацкомпаниях, как Самрук Казына или Байтерек. Таким образом, родственники казахстанского главы государства по закону не смогут быть акимами, министрами или даже их заместителями. Им запретят занимать руководящие должности не только в госорганах, но и во всех организациях с участием государства. После ввода изменений в Конституцию первым свое кресло может потерять посол Казахстана в Болгарии Тимиртай Избастин. Эту должность он занимает с 2019 года. Дипломат является зятем Касым-Жомарта Токаева. Он женат на сестре президента Карлыге Избастиной. Как только такой запрет будет введен, естественно, все будет приведено в соответствие с законодательством. То есть его снимут с должности, правильно? Снимут — это, наверное, термин, еще пришедший к нам из какой-то советской эпохи. Он освободит эту должность, поскольку по закону не сможет ее занимать.